Основная часть строительных работ позади. На очереди монтаж кровли и инженерного оборудования. 98-я школа во Власихе готовится стать просторнее. У основного здания появится пристрой. Там будут актовые спортивные залы, пищеблок и столовая, которая сможет вместить 275 учащихся. Строительство данного пристроя стало возможным благодаря поддержке губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко. Основная часть, львиная доля финансирования идет из регионального бюджета. Суммарно на строительство по региональному проекту «Современная школа» затратили почти 479 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов. Дополнительная площадь – это порядка 7 тысяч квадратных метров, что по сути вдвое больше прежнего здания. Школа получит современное, новое современное оборудование, интерактивное, это новые парты, доски, то есть и обновление происходит для самой школы в целом, потому что пристройка это является частью школы. Открытие здания даст школе 400 дополнительных мест для учеников, а еще снизит нагрузку с 50-й и 118-й школ, где сейчас и учатся дети из Власихи и поселка Октябрьского. Очень-очень ждут жители, потому что постоянно идут обращения, что вот через дорогу от школы живем, а вынуждены ездить на новосиликат. После завершения всех работ в здании проведут экспертизу, а дети из Власихи, поселка Октябрьского и Лесного смогут оценить новшества уже в новом учебном году, обещают власти города. Анна Рашагирова, «День с толком».